Дорогие друзья, давайте знакомиться. Меня зовут Аня, и я владелица небольшой соляной пещеры в городе Москва по улице Ялтинская, 6, метро Паршавская, уже второй год. Хотела бы запустить свой курс обучения, как открыть собственное дело с нуля, а именно открытие соляной пещеры, соляной комнаты в вашем районе, регионе, даже, может быть, и деревне. Потому что задают очень много вопросов. Аня, помоги, где открыть соляную пещеру, как открыть? Мое обучение будет направлено по застройщику, во-первых, где найти помещение, в каком месте, в каком районе, чтобы ваша целевая аудитория была, как говорится, горячая. Помогу найти оборудование качественное, надежное, где с гарантией, чтобы оно работало долго и радовало ваших клиентов. Также помогу найти бригаду, кто построит, нанесет покрытие солевое на стены, так как бригада должна быть уже специально обученная, чтобы солевое покрытие очень долго держалось на стенах, не трескалось при любом нажатии, чтобы оно не опадывало. Также в обучении будет подсказано, где приобрести саму соль, у какого производителя она более хорошая, чтобы она имела хорошую летучесть при закладке в оборудование. Ну, очень много подводных камней. Также помогу найти поставщика, где закупить кресло, разную утварь хозяйственную. Хозяйственную часть, как рассказывать людям, что такое соляная пещера. Также будет у меня таблица с абонементами на сеансы, уже готовые карточки. Вам просто их нужно будет заказать в типографии. Есть 10 сеансов, 15, 20, то есть очень много мелочей. И все вопросы, которые я всегда буду на связи. Так что пишите, кому интересно, я поделюсь своим опытом. Помогу вам открыть соляную пещеру в вашем городе, районе, и даже, может быть, небольшом даже поселке. До встречи!